Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу, смотреть на мосты Петербурга. Краснофлотский мост. С этих мостов. Краснофлотский мост, пешеходный балочный мост, теплопровод через реку Мойку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга соединяет Казанский и Второй Адмиралтейские острова. Расположен почетной восточной набережной Крюкового канала между домами номер 2 и 4. Образует ансамбль, расположенный рядом с Матвеевым мостом через Крюков канал. Рядом с мостом расположен комплекс «Новая Голландия» и здание морских крюковых казарм. Сейчас там Центральный военно-морской музей. Выше по течению находится Поцелуев мост, ниже – Храповицкий. Ближайшие станции метрополитена – Садовая, Сенная площадь и Спасская. Мост существовал с 1870-х до 1930-х годов, долгое время не имел названия. В справочниках 1900 года мост назывался Понтонным, а также существовало название Староконочный мост. В 1960-м построенный пешеходный мост получил название Краснофлотского от расположенных недалеко морских казарм, в которых в 1920-1930-е годы жили матросы военно-морского флота, краснофлотцы. В 1876-м на этом месте был построен мост на чугунных винтовых сваях. Пролетное строение состояло из железных ферм. Мост был предназначен для движения конки. Пешеходное движение было запрещено. Длина моста составляла 35,2, ширина 3,75 метра. В 1910-х годах после прокладки линии трамвая по Поцелуеву мосту, расположенной рядом, мост потерял значение. И в 1930-х был разобран. Мост, который сейчас существует, был построен в 1959-1960-х годах для переброски труб через Мойку. Проект моста составлен по заказу теплосети Ленэнерго инженером Куликовым и архитектором Носковым. При входе на мост на гранитных тумбах установлены 4 металлических торшера художественного литья с фонарями, стилизованные под декор мостов первой половины 19 века. Ну вот и все. Смотрите на фотографии Краснофлотский мост, пешеходный балочный мост, теплопровод через реку Мойку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.